Зипюр Брутян поделилась своим секретом красоты: если ты съел на ночь тарелку пельменей, то будь добр на следующий день отработать грехи в тренажерном зале. Актриса не дает себе поблажек, даже несмотря на то, что она, по слухам, скоро станет мамой. Накануне она поделилась кадрами совместной тренировки с мужем Павлом Прилучным, которую им пришлось организовать из-за нарушения диеты. Жена актера рассказала, что ей пришлось провести в тренажерном зале почти час для того, чтобы избавиться от последствий приступа обжорства. Расстраивается Брутян. Кстати, если Прилучный привел силовую тренировку, то его жена даже не приближалась к гантелям, она занималась на эллипсоиде. Отказ Зипюр от интенсивной тренировки стал еще одним косвенным подтверждением слухов о ее беременности. Ранее СМИ писали, что уже в конце весны жена Прилучного родит первенца. Недавно ее засняли в театре с заметно округлившимся животом. Речь идет об участии Брутян в спектакле «Взрослые игры»,